вчера выходила вечером в эфир, это ваша ночь была, и там пришел один россиянин, ему 20 лет, ему уже пришла третья повестка, от которой он бегает, потому что он живет не по адресу, не по месту прописки. Вот. А его отец, который активно был за Путина, и мать активно за Путина, и сестра активно за Путина. Короче, отец получил повестку, ему 61 год. Вручили повестку прямо у подъезда, и тут же сказали 5 минут на сбор и увели на учение, что ли, не знаю, куда-то, короче, увели. Вот, то есть обращаюсь я часто к россиянам с вопросом, сколько вам осталось жить, а почему, почему? А я, и тут же люди говорят, а я не попаду на войну, потому что у меня какое-то там заболевание, ну там плоскостопие, либо какое-то там, не знаю, искривление чего-то там, я не знаю, вот. И, ну, все ссылаются на болезнь, да, что якобы, ну, не способен там нажимать на кнопочку. И сейчас меня тегнула одна девушка в своем видеоролике. Значит, у меня был какой-то вопрос, типа, дети России или россияне, чего вы хотели добиться в своей жизни? И она, значит, камеру направила на землю, и там лежал камешек. Говорит, цель моей жизни – попасть камешком по забору. Вот, ну и, значит, пинок, и я не знаю, куда-то камешек полетел, попал, не попал, но я к чему говорю? Василий, а чего вы не напишете Путину письмо, что я не могу попасть в мобилизацию, потому что я не стал Пифагором, я не знаю, Ломоносовым? Не то, что вы больны, но вы же можете принести пользу живым. Почему вы о себе не думаете как о более значимым человеком живым, нежели мертвым? Я так понимаю, что Путин на вас смотрит, что вы ничего не значите, вы просто камешки хотите кидать по забору, и все. Поэтому, конечно, лучше умереть за Родину. Ну а вдруг у вас смысл в жизни не в смерти за Родину, а стать умным человеком?